Вот, уважаемые дамы и господа, взгляните на то, как мы будем разрезать вот эти нити. Посмотрите, эти две фигурки были обнаружены на могиле. Напоминаю, это две фигурки, которые были соединены посредством вот этих нитей. Одна фигурка обнимает другую. Видите, они целуются. Это было сделано посредством сильной кладбищенской магии. Если ваш любимый ушел к сопернице, это не всегда любовь. Зачастую это просто сильный, мощный приворот. Боритесь за свою любовь, боритесь за свое счастье.